Так, всем привет, дорогие друзья, и сегодня ко мне пришел телефончик на обзорчик. Nokia 6700. Это уже, скажем, давно известная нам классика. Вот. Жаль, что эти телефоны уже не выпускают официально. Не знаю, что там китайцы с ними делают. Рефербишит, не рефербишит, а если рефербишит, то в каком же количестве они их находят, в общем, хрен его знает, потому что, ну, их реально очень много. И заказов уже на эти телефоны на китайских сайтах десятки тысяч. То есть, вот сами скажите мне в комментариях, реально ли найти столько бэушных аппаратов, чтобы сделать рефербишит. Ну, то есть, переодеть их и продавать уже как новые, восстановленные, как это делает Apple со своими аппаратами. Они тоже там, кстати, этим рефербишетом занимаются. Вот, я вот сам лично не знаю. В принципе, может, какой-то процент и есть, что там действительно переодевают, а может, и что-то где-то делают, потому что, ну, возможно, и такое, что патент купили, не знаю. Это же мои догадки, потому что, в принципе, пофигу. Нам главное результат. Вот он, результат, телефон есть, и я его приобрел. И сейчас мы будем смотреть, что у нас тут такое. Так, открываем нашу коробочку, тут такая фигня, в общем, эта фишечка, короче, прогибается туда, вот, ну, да ладно. Так, сам телефон наш, тут у нас зарядочка тоненькая, как обычно, стандартно, да, Nokia. Так, потом у нас кабелек такой, микро-USB. Такой вот, даже с эмблемой Nokia, но нету наушников, а какие, а наушники тут, по-моему, 3,5 разъема нету, если не ошибаюсь, сейчас гляну, а то я точно не помню, мануал. Так, ну, в общем, все, скудная комплектация у нас тут. Переходим к самому телефончику. Телефон, конечно, классный, ну, мне, конечно, нравится. Тут все замечательно. Вот такой у нас в пленочках аппаратик пришел. Так, смотрим внешний вид. Такой вот у нас симпатяга. Так. Щелей нету, зазоров нету, все как всегда приходит в отличном состоянии. Вот я не знаю, мне, допустим, есть там одна моделька, Nokia 6303, я уже делал на нее обзор. Вот, и они всегда приходят там, ну, вечно в них что-то вот не так, какие-то щели, зазоры, если я вот, блин, хрен его знает. Ну, реально же, качество их как-то не очень. Вот, и вот приходит 6700 постоянно в отличном качестве, то есть нету такого, чтобы там крышка там отходила, какие-то щели, зазоры, то есть, ну, нету такого. То есть всегда приходит в отличном состоянии. Прям как, блин, не знаю, как на заводе где-то склепали, то есть все замечательно. Вот такой вот телефон у нас. Так, сейчас мы его включим, посмотрим, а что, а ну-ка, глянем, тут не закрыто, ага. Включим. Сначала надо убрать пленочку. Они ложат вот здесь пленочку, короче, чтобы в дороге там то ли не включил кто-то, то ли чтобы он сам не включился, не знаю. В общем, они ставят пленочку для транспортировочки. Вот, убираем ее. Так, вставляем нашу батарейку обратно, крышечку одеваем. Вот так вот. То есть вот такие вот телефоны, в принципе, даже не стыдно продавать кому-то, потому что качество очень хорошее. Так, наверное, батарейка села. Угу. Походу так и есть. Так, короче, села батарея. Придется мне его заряжать. Ну ладно, сейчас я, в принципе, 10-15, может быть, 20 минут подожду. Вот, заряжу его и потом продолжу наш обзорчик. Так, я вернулся и пробуем запускать наше чудо-гудо. Так, ну шо, включился наконец телефончик-то, подзарядил я его, вот, и все нормально функционирует. Вот так вот, вот у нас, где там, что, заставочка,
просит разблокировать. Окей. Русский язык я уже, короче, поставил. Все нормально работает. Даже симку проверил, все проверил, но это, кстати, за кадром осталось, что-то я как-то завтыкал этот самый, поэтому, ну, как-то, ну, ладно, ничего страшного. Короче, все работает, все, скажу, все работает, все нормально. Так, что тут еще мы не смотрели, что мы не смотрели? Мы вроде все посмотрели, ну, еще раз можем посмотреть внешний вид. Вот, я, кстати, немножко за это самое запоздал, зарядил его. Вот, вернее, не дозарядил. Сейчас уже следующий день, получается, у меня я доснимаю обзор. Вот. И солнышко так светит хорошо, он вообще стал переливаться так в солнечном свете. Прям красота несказанная вообще. Такой прямо ты шоу. Ок, такой телефон. Чисто в порядке. Мне так даже очень нравится. Слушай, даже, блин, хочется себе. Так вот, сколько уже таких телефонов приходит. И все хочется себе такой взять, но это же, блин, понимаешь, как бы, ну, он же не смартфон, контакта нету, ну, Facebook есть, по-моему, да, Facebook есть здесь, не знаю, можно ли ВКонтакт установить, ну, как бы, этот телефон для юзания в интернете не предназначен, короче, вот так, да и очень сложно будет, у меня после телефона 5,5 дюймов переходить на этот, конечно, будет как-то не очень, часы работают, сейчас. Сейчас смотрю. Все функционирует нормально. В общем, телефон отличненький. Вообще. Прям мне вот нравится такой аппаратик. Замечательный. Вообще, вот всегда нравится. 67-00. Еще там есть, короче, неплохой. А я уже делал, кстати, обзор на 86-00 Luna. Тоже классный телефон. Вообще, это линейки, конечно, просто супер. Так что, вот такой вот у нас аппарат был. Nokia 6720 Classic Gold. Есть еще, конечно, коричневые, черные, серебристые. Ну, я не знаю, буду я их заказывать, потому что, как бы, ну, ради там того, чтобы цвет посмотреть какой там, мне как-то интересно. Мне больше золотые нравятся. Вот, поэтому заказываю золотые. Вот так. Так что, всем спасибо. Подписываемся на канал, ставим лайки. Пока.